Все, друзья, давайте будем кушать с вами, да, шашлычок, машлычок. Короче, мы с батей будем есть. Белый хлеб у нас. Вот. Такой вот хлебушек. Белый, классный. Пепси-кола, пиво. Да. За пиво ютубе же ничего не скажешь? И за березовый сок? За березовый сок не, нельзя. Ой, за березовый сок ничего страшного. Блин, а как, чтобы я хочу, чтобы ты в кадр попадал? Как бы ее развернуть? Какая разница? Не, ну тебя тоже смотрят, потому что... Меня ж просят, чтобы я тебя снимал. Ну вот я сюда подальше. Да, вот так сядь, чтобы ты был в кадре. Мне вот будет видно. Вот смотрите, друзья, батя в кадре по вашим заявкам. Короче, вот такой вот шашлык. Шашлык куриный, видите, крылышки. Ну тут у нас крылышки, и ножки, вот и грудинка. Такой. Сажайте вот себе такой перец. Будет и дома он расти, и на огороде растет. А горький мир нет. Ну, за твои права. Угу, давай. Чтоб я долго ездил, да? Угу. Ну, березовый сок, конечно, сила. Клёвый? Да. Надо пивом его запить. Нормально, прожарился хорошо. Сочный, наоборот, не пересушенный, ничего. Да? Угу. Во. Теперь, вот мне нравится, вот на кости мясо нравится. А почему животное всегда начинает трапезу, живот выедает, внутренности? Не знаю. Вот забили буйвола, скажем, или антилопу, и все, они сначала, в первую очередь, быстро стараются внутренности сожрать. Да? Угу. Наверное, внутренности портятся быстро. А что, они это понимают? Наверное. Или может они жрут в первую очередь, чтобы повкуснее? В их косовом рационе. В их понятии, да? Да. Перец классный, да? Угу. Он сразу аппетит дает. Да. Я уже сегодня яблоки не соберу. Все, ну завтра же еще. Да и следующий завтра уже будет. А у тебя там еще много осталось, да? Нет, вот это дерево семеренко. И все, да? Да. Ты будешь березовый сок из них делать? Не, это на зиму. Они на зиму. А, зимние. Есть их просто, да? Да, да. Ну, они до мая месяца хранятся. Нормально. Я эти пустил на березовый сок. Потому что они долго не хранятся. А семеренко это хороший сок. Я еще два дерева посадил. Делаю себе еще пресс такой мощный. Большой, да? Да, и буду березовый сок продавать. Выдавливать. Блин, ну погода вообще классная. 22 сентября. Мы ходим раздетые. Плюс 26 градусов, да? Да. А видишь, дождей нету и грибов нету.
Осень в этом году вообще, конечно. А прикинь, если бы вся такая осень была, октябрь, ноябрь. Ну хотя бы октябрь бы, да? Да, октябрь. Ну круто было бы, да? Да. Ладно, за декабрь уже не будем наглеть. Но октябрь вот если бы еще был. Да, было бы классно. Ну было бы классно, чтобы было как на юге, как субтропика. Угу. Не, ну в Курской области все равно нормальный климат, мягкий, да? Ну да. Морозов больших нету, если есть, то они максимум неделю и все. А лето жаркое, весна теплая. Осень тоже вон, сентябрь месяц теплая. Не, ну зима тут, конечно, затяжная, она почти 7 месяцев. Это климат не важен. Ну что, он тут даже зимой бывает плюс 10 градусов. Ну, если по сравнению с другими областями, да, да, у нас лучше тут. Ну, у нас тут же южные окраины. Дальше же уже граница идет. Угу. Люди поумнее на южнее поселились. А мы где холодно. Угу. Они сказали, зачем мне дрова, шубы? Я лучше пойду на те земли жить, где тепло все время. Где виноград, оливки, да? Да, в одних шортах ходить буду. Они будут тратить деньги на уголь, на дрова. Вот умные люди селились, где тепло. Да, я с тобой согласен. Нормально? Да. Ну, он же полезный, березовый. Вот, ребята, учитесь делать крепкие напитки с березового сока. Ну, нормально прожарилось. Угу. Ну, не сухая, да? Нормально. Чтоб ты в кадре был. Ты видно, тебя видно. Да. Так ты какого, первого или десятого? Что, уезжаем? На Москву, да. Первого. Первого? В Москов Сити. Вся жизнь в разъездах. Не знаю, но я, например, дачу не поменяю ни на какую Москву. С Москвы, чтобы на дачу. Не, ну где там рядом, то ладно. Ну, как правило, за 100-150 километров на дачу ехать. Не, ну 50 это. По меркам Москвы это очень классные дачи. Да. А люди за 100 километров ездят. Или я рядом. А у тебя все под боком, да? Ну, все под боком.
В Москве даже, вот у меня знакомые есть, у них дача даже не в Московской области. Тульская, это, как правило. Калужская область, Калужская, Тверская область. Да. Вот так дача, прикинь. Или как у нас, тут 9 километров от города, да? Я 20 минут, я на даче. И с теми же ведрами. А пусть москвич с ведрами в руках топает сотню километров. Ему эти помидоры во что обойдутся? Ну да. Не факт то, что он там посадил, у него все стащили местные. Местные же знают, но... Местные пацаны, да? Да, что дачи чужие. Хозяин уехал, они тут же поселились. Пошли огурцы рвать, помидоры, салатики. Слышишь, ты нормально посадил, не надо соль. Не надо? Нет, вообще нормально. А ему мне кусочек такой попался. Блин, ну перец этот мощный вообще. Прям все обжигает. Да. Так он аппетит передает. Ну а пиво это нормальное? Да. Нормально, да? Видишь, опять подорожало. Да. Было 79 рублей, потом 80. Уже 82 с чем-то. А они сегодня картошку копают. Кто? А они. Где? У Кости. Да? Оля ее затащила. Ну как они в этой траве будут копать? А что там все заросло, да? Оля вчера мне говорит, какая трава. Говорит, тут надо кричать. Так а что она туда едет? Или он им картошку дает? Че он? Оля ее сагитировала, чтобы помогла Оле. Так у нее же это, давление. Ну я ей сказал даже. О, блин, с такими болячками еще едет картошка. Ей же нельзя голову даже вот вниз опускать. Да. Оля. Па, ну тебя любят в интернете. Да. Вот, многие просят снимать почаще. Я, вот эти ролики, где с тобой снимают, там по 1500 просмотров, там по 1000 просмотров. Прикинь. И тебя уже знают не только в России, мне писали. Оля все лето проспала, все заросло там огородом. А теперь, чтобы ей помощник был. А не зачем Олина картошка? У нее есть картошка. Ну, тем более. Мы же сажали с ней картошку. И у нас картошка же классная. Ну да. Какие эти. Огромные. Особенно красная. Уродила мощно. Крупная, хорошая, да? Вот так потихоньку с года в год можно свои семена сделать. Ну да, селекция, да? Да. Когда копаешь на каждом кусте, самый крупный куст, выбираешь одну-две картошки самые хорошие, самые-самые хорошие. Блин. И вот так потихоньку, ну, свои семена можно сделать. Колу себе налью. Пусть вот так на тебя сейчас рядом с тобой сяду, сейчас колу себе налью.
Быстро, чтобы ты хорошо в кадре был. Ну как вы, друзья, видите моего батю? Напишите в комментах. Как не работает? Сейчас. Работает? Да, да. Ну я это отключил. А ты мой стакан не испачкал березовым соком? Нет. А это что тут было? Ну я его прополоскал чистой водой, вот отсюда. Не прополоскал. Вот, вот идет запись. Ну идет вроде. А, у тебя тут зарядка, Павел. Что? Зарядка. Все, да? Да. Вот падла. А, не, ну еще записывать немножко. Я хоть еще на немножко хватит. Хоть еще стопку беру. Друзья, я, короче, вот, смотрите, что хреначу. Ну, вы все знаете, да, что мои любимые напитки это Кока-Кола и Пепси-Кола. Мы всегда шашлычок с Кока-Колой или Пепси-Колой, да? Да, а я успею с березовым соком. Да. О, сейчас, давай чокнемся за мои права, да? Да. Я куплю себе, друзья, потом Мерседес или БМВ классным и сниму на нее обзор. Да? Будем на бэхе кататься. Такой черный металлик. Ну, все, давай права, за твои права. Чтоб я долго ездил и безопасно. Да. Хоть 3 дня потрудился. Да. 3 дня у нас надо помучиться, пока поменять права. Вот такие времена. Да.